Леди и джентльмены, дамы и господа, встречайте ведущие финала юниор лиги КВН города Уфы Тимур Шайхутдинов. Воу-воу, друзья, здравствуйте, ваши аплодисменты, вы на КВНе. Давайте вместе поаплодируем громко-громко, чтобы понять, что КВН начался. Ну вот и замечательно. Юниор-лига в таком большом зале уже впервые, но давайте как-то развлекаться. Мы начинаем юниор-лигу КВН. Ваши аплодисменты. Дорогие друзья, команды на сцене, но опять же нужно как-то соблюсти протокол. Для этого хотелось бы пригласить сюда на сцену начальника управления образования администрации городского округа города Уфа Республики Башкортостан Азамата Саитовича Сайфуллина. Ваши аплодисменты. Без этих людей КВН бы не состоялся. Но это очень хорошо, что у клуба веселых и находчивых города Уфы есть друзья городского народного образования. Добрый вечер, дорогие друзья. От имени управления образования администрации городского округа города Уфа рад вас приветствовать и поздравить с замечательным праздником. Праздником КВН. На самом деле в нашем городе много веселых и находчивых людей. И сегодня я уверен, что этот праздник состоится. Будет много интересных шуток, будет много интересного, задорного. В Союзе всегда получается лучше и интереснее. Я желаю вам всем хорошего настроения, хорошего такого задора, здоровья и удачи. Спасибо всем. Вам спасибо. Команды на сцене, но еще есть одна команда, которая будет сегодня судить, решать, кто же получит сегодня гран-при. Представлю этих людей. Очень замечательный человек, которого я очень люблю и обожаю. Популярный телерадиоведущий, председатель клуба веселых и находчивых города Уфа Дмитрий Каретко. Ваши аплодисменты. Участник команды КВН «Первый лицей», участник сочинских фестивалей, чемпион высшей открытой телевизионной лиги КВН Павел Будаев. Ваши аплодисменты. Его друг и сокомандник, тоже чемпион высшей открытой телевизионной лиги КВН Алексей Кольцов. Ваши аплодисменты. Директор высшей уфимской лиги КВН Регина Шайхутдинова. Ваши аплодисменты. Ну, дальше тяжелая артиллерия. Хотел бы представить ведущего специалиста, эксперта отдела по работе с молодежными организациями Министерства по молодежной политике и спорта Республики Башкортостан Зульфию Семигулину. Ваши аплодисменты. Ну и куда же без Азамата Саитовича Сайфуллина. Ваши аплодисменты, хороший друг. И отличный человек. Еще бы хотелось бы представить счетную комиссию, представленную представителем Совета старшеклассников города Уфы Анной Горбачевой. Но не будем долго затягивать концерт. Пожелаем ребятам ни пуха, ни пера. А на сцене уже перед вами готовится выступить команда КВН «Афлисун» из города Стерлитамака. Давайте поддержим гостей, ведь первыми выступать всегда тяжело. Для вас выступает самая дружная команда КВН из города Стерлитамак. Афлисун! Привет, Уфа! Все мы знаем, что Цезарь умел делать несколько дел одновременно. Итак, смотрим. Дорогой, ты совсем не смотришь за детьми. Понянчайся, пожалуйста. Да, конечно. Где Цезарь?
Нету Цезаря. Где Цезарь? Нету Цезаря. А, вот Цезарь. Что? Что? Брут! Брутишка, здравствуй, Брут! Здравствуй, Цезарь, как тебя сегодня много. Цезарь, у меня для тебя план битвы при Карфагене. Дай взглянуть. Что случилось? Где Цезарь? Нету Цезаря. Где Карфаген? Нету Карфагена. Так, стоп, что-то не то. Так, сколько время? Так, а здесь? Так, ребят, уж куш пора, пойдемте отсюда. Случай за границей. О, oh, hello. Hello. Where are you from? Я из России. Россия? Where is it? Чё, не знаешь, что ли, Россию? Москву знаешь? О, it's in Australia. Какая еще Австралия? Блин. Уфу знаешь, нет? Столицу РМБ. О, РМБ, I know it. Уфа, no, чё I don't hear. Чё за человек? Может, толбазы? Толбазы! Толбазы! Oh. Иптэш, иптэш! Миньяратам толбазы! Примерно так в России смотрит салют. А для вас выступала самая дружная команда КВН из города Стерлитамак. А в лесу! Ребят, давайте еще раз поаплодируем первой команде. Все-таки начинать тяжело, но они смогли это. Ну а мы продолжаем, и уже на сцену торопится своим выступлением команда КВН из гимназии номер 47. Ваши аплодисменты. А сейчас самая несмешная, но самая веселая команда КВН из 47-й гимназии исполнит гимн Азии. Так, я не понял, что это вообще за дети в команде? Мы не дети, мы хомячки! И наша первая миниатюра – блондинка в лифте. Так, пятый. Ла-ла-ла-ла-ла. Ой, застряла, что ли? Я застряла? Я застряла, господи, вытащите меня! Вытащите меня! Вытащите меня кто-нибудь, ну, пожалуйста! Так, надо успокоиться. Так, так, позвоним подруге, да-да-да. На вашем счете недостаточно средств. Пожалуйста, пополните баланс. На концерте певицы Славы остановилась фонограмма. Одиночество, сволочь. Одиночество, скука. Я не чувствую сердца. Я не чувствую. Я не чувствую ногу, и я не чувствую носа, и я не чувствую губы. Мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя.
Бангладеш. И никакого праздника нету! Меня сначала закрыли, потом шарик не дали, ничего нельзя! Нас со всеми, которыми мы идем, выгнали туда, а вы все стоите! Вот так глаза раскрыли и смотрят! Ну, это была команда «Жилеты». Ну что ж, спасибо команде КВН «Жилет» из гимназии номер 47. Давайте им еще раз поаплодируем. Ребята все-таки молодцы. А на сцене уже команда КВН из школы номер 157. Смотри, какая музыка, да? Нормально? Да, нормально. О, смотри, что это. Давай пойдем. Покушай. Ну, нормально. Привет. Пацаны. Нормально, давай. Привет. Пацаны, ну ладно. Кушайте, кушайте, ребят. У нас сегодня контрольная. Друг, держи. Давай, давай. Ой, что ты, ребят, твое. Я сегодня не успеваю, контрольная отменяется. Обойдешься. Господи, я так любил Виктора Цоя, но ты забрал его у меня. Господи, я так любил Майкла Джексона, но ты забрал его у меня. Господи, я так любил Романа Трахтенберга, но ты забрал его у меня. Господи, я так люблю Джастина Бибера! Ребят, ребят, а давайте вспомним школьные годы. Вот, например, когда Настя получила первый раз двойку. Ребят, а уроки технологии? Где же вы, девчонки, девчонки, девчонки? Или, например, когда сидишь на уроке, вот ждешь звонок, и вот он долгожданный. Я свободен, словно птица в небеса. Перемена. И вдруг звонок на урок. Не сыпь мне соль на рану, не говори на взрыв. С вами была школа номер 157. Башнирский! Бишбарма! Ну что ж, давайте еще раз поаплодируем школе номер 157. А на сцену уже торопится команда КВН из школы номер 121. Добрый вечер! Перед вами команда гимназии номер 121. Красавчики! Наша команда отличается от всех остальных своей неожиданностью. Цып, 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 цып. Цып. Ты что делаешь? Цыпочек цепляю. Ты как вообще? Ты как вообще сюда попал? На 74-м.
А следующая миниатюра... А какая следующая миниатюра? А, следующая миниатюра — парень извиняется перед девушкой. И не нужны мне твои цветы и конфеты и мягкая игрушка. Что-то новенькое. Итак, следующая миниатюра — после первой тренировки в тренажерном зале. В уфимской школе боевых искусств. Тренер, я готов к новым испытаниям. Но что мы делаем на площади Уфа-арена? Сейчас ты пройдешь самое сложное испытание в своей жизни. Ты готов к этому? Да, тренер. Ну что ж, тогда закрой глаза. Да не мне! Тебя ждут сотни, тысячи, а возможно и десятки тысяч воинов. И я тебя спрошу еще раз, ты готов к этому? Да, тренер. Ну что ж. Акбарс, чемпион! Дорогие друзья, а сейчас срочное сообщение. Решается судьба Александра Радулова. Останется ли он в Уфе или уедет за океан? А сейчас давайте посмотрим аудиотрансляция его встречи с руководством. Малыш, малыш, как же ты нас напугал. Ну чего вы беспокоились? Ну а как же иначе? Ну ты подумай. Ну что было бы, если бы мы тебя потеряли? А мы бы тогда огорчились? Огорчились. Ты же прекрасно понимаешь, что ни за какие сокровища в мире мы не согласились бы расстаться с тобой. Даже за... 100 тысяч миллионов. Даже за 100 тысяч миллионов. Значит, я так дорого стою. Ну, конечно, дурачок ты. Саня останется с нами, останется с нами. Game over. Вот и все. Этот февраль для тебя одного. Школа номер 42. Команда КВН «Валенки». Сам ухожу. Конечно. И шутки свои забираю, да. Ну, стало быть, мы ничего не теряем. Ребят, возьмите меня обратно в команду, пожалуйста. А что случилось-то? Там Дема за кулисами. Очень ванильная особа фотографируется на паспорт. Фотография 9 на 12. Здравствуйте, девушка, приготовились. Щелк. А Левлик вошел? Да поставьте мою кружку с кофе.
Starbucks. Все. Все приготовили, сейчас вылетит птичка. А терьерчик вылететь не может? Так, что вы, какой терьерчик? Твой терьерчик. Да что за ребячество, девушка, а? Что это такое? Фотограф, давайте подождем дождь. Пожалуйста, фотограф, подождем дождь. Зачем дождь, девушка? Я его люблю. Почему вы любите его? Потому что он может скрыть свои слезы. Даш, а почему у тебя нет молодого человека? Потому что нельзя. Потому что нельзя. Потому что нельзя не накрашенный в скайп заходить. Случай в больнице. Я не хочу. Я не буду. Сделайте мне уже укол. Доктор называется. Раньше люди танцевали всем своим телом. Недавно люди научились танцевать пальцами. А теперь представьте себе танцы в 2050 году. Так, ребята, построились, вышли вперед, готовы и поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, Дмитрий, что ж ты делаешь? Ну-ка, давай, танцуй один, давай. И раз, два, три, четыре, раз. Ну, молодец. А теперь дискотека. Слушайте, ребят, я вот на сцене стою и думаю, чё ж мы с вами валенки-то надели? На сцене... На дворе ж 21 век. Надо было в угах на сцену выйти. Мы поддерживаем отечественного производителя. Команда КВН «Валенки». Запомните, мы лучше, чем уги. Ну а на сцене была команда КВН «Валенки». Ваши аплодисменты. А сейчас на сцене еще одни гости из города Стерлитамака. Давайте им поаплодируем, они все-таки ехали издалека. Команда КВН «Урбана». Ваши аплодисменты. Команда КВН «Урбана». Уже неплохо. Гости из Стерлитамака! Встречайте второй раз в уфимской юниорке! Ну, здравствуй, Уфа! Здравствуй, Уфа! На сцене команда КВН «Урбана», город Стерлитамак! Ну а для начала представьте случай на уроке. Итак, ребят, записываем. В 1917 году произошла первая буржуазно-демократическая революция. В этой революции принимали... В каком году там революция? В каком году революция там, слышишь? Революция в каком году? В каком году революция? Ай, не буду ничего писать! В каком году революция там? Кто скажет? Ну а теперь стандартная рубрика «Многомиллионный случай в семье». Кто такой? Вот она! Вот моя фотография на паспорте! Распределение бюджетов Государственной Думы в Думе происходит именно таким образом.
Республике Башкортостан мы перечисляем 75 миллионов рублей. Республике Татарстан перечисляем 83 миллиона рублей. Сколько там в Башкирии? Сколько там в Башкирии? Башкирии сколько там? Эй, не буду ничего перечислять. Да сколько там в Башкирии, а? Кто скажет? Ну вот теперь точно случай в Черниковке. В шапке. В куртке. В шарфе. Блин, не докопаешься. Ну а теперь случай в ночном клубе. Чё, коза, делаешь, а? Офигела, что ли, вообще? На макияж посмотри, дура! На лицо свое посмотри! Нормально лицо. Тихо, мне. Тихо! Геометрия ру! Чё ты там сказал? Иди сюда, чё хотел. В рубашке. В штанах. И что за день сегодня такой, а? Дорогие друзья, трудовик пришел в школу преподавать после ночного клуба. Итак, посмотрим, как это происходит на самом деле. Так, дети. Сегодня на уроке мы будем делать табуреточку, да? Для начала нужно бить гвозди. Дайте мне дрель. Для начала нужно бить гвозди. Вот таким вот образом. Push me, and then just touch me. Ой, показалось, наверное. Продолжаем. Push me, and then just touch me. Lighter, ой, что со мной? Ой, ребята, точно. Нужна дрель! Михалыч, помогай! Стоп! Что вы устроили на уроке технологии? На уроке технологии мы устроили техно. Дорогие друзья, знаете, мы всего лишь во второй раз в уфимской юниорке, но мы по-настоящему полюбили уфимского зрителя. И хотелось бы сказать огромное спасибо столице нашей республики. С вами была команда КВН Урбана. Спасибо. Ну что ж, давайте еще раз поаплодируем гостям, вроде как бы задорно и весело. Ну а пока готовится следующая команда, хотел бы донести вас немного информации. 10, 11, 12 мая в городе Уфа, именно, скорее всего, на этой сцене, в городском дворце культуры, пройдет Центральная лига Поволжья. Что это такое? В Уфе будут 24 команды со всей России. Давайте мы поаплодируем, все-таки можно прийти, опять же, в ГДК. Посмотреть, ребята будут из высшей лиги, из премьер-лиги. Так что можно прийти и чему-то поучиться. Ну а на сцене команда КВН из 86-й гимназии. Ваши аплодисменты. Приветствует команда КВН Амстердам! Команда КВН Амстердам! Закидайте нас тюльпанами!
А так как мы школьная команда КВН, мы все во второй обуви. Итак, немножко географии. Астраханская девушка выбирает себе парня. Они точно спелые? Самыми, да! Миша дернул Машу за косу и порезался. А у нас первый урок после длительных выходных. К доске пойдет Гасин. Гасин, к доске. Ну, в общем, Иван Грозный жил в 17 веке. Потом сына бил, картину нарисовали. Потом реформы, перестройка. Гасин. А? Два. Почему? У нас алгебра. Ох, ё. А следующая миниатюра для тех, кому сдачу с 1000 дают 50-копеечными монетами. Случай в транспорте. Смотрим. Ну, бабуля! Спасибо, начал! Рассела, держи руль! Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Гайсин, чё? У нас до сих пор алгебра. Ох, ё! Девушка за рулём часто бывает скучно. Как же мы развлекаемся? Итак, смотрим. Давай поиграем. Давай. Угадай. Жигули? Нет. Москвич? Нет. Блин, что, Лексус, что ли? Да! КВН 50. И наша команда приготовила для вас подарок. Итак, смотрим. Так, я не понял, ты что так вырядился, а? Ребята, вы что, у меня мама в зале, так что давайте это, по-быстренькому выступим, по-быстренькому. Давай, давай, по-быстренькому. И мы бы хотели, чтобы на Евровидении в Азербайджане выступала именно эта группа! Чё, опять что ли? Команда КВН Амстердам, спасибо!
Но я напоминаю, что на сцене была команда КВН «Амстердам», гимназия номер 86. Тут можно поаплодировать. Ну а мы продолжаем. На сцене команда КВН из школы номер 22. Я смотрю, там балкон оживился. 22 школа на балконе. Здравствуйте, дамы и господа. Вас приветствует команда школы номер 22 «Окна». И мы единственная команда, которая в приветствии не танцует. Скоро июнь, значит, приближаются экзамены. Так, телефоны, деньги, драгоценности, все на стол. Это что, ограбление? Это ЕГЭ. А теперь посмотрим, что бывает, когда люди сдают или не сдают ЕГЭ. Не сдал ЕГЭ. Пошел работать во дворе. А, не сдал ЕГЭ. И года нет тебе в Уфе. А, не сдал ЕГЭ. 13 лет всего же мне. А, не сдал ЕГЭ. Я просто выучил ЕГЭ. Красавица. Я сдал ЕГЭ. Я мастер спорта по ЕГЭ. А, я сдал ЕГЭ. Я сдал 3000 рублей. Ха! Я сдал ЕГЭ! Пошел работать! Ха! А теперь случай в магазине. А, здравствуйте, девушка. У вас есть что-нибудь освежающее? Новый кумыс айс-хёт. Попробуйте. Освежает. Может, потанцуем? Ваши аплодисменты. Это была школа номер 22. Но я хотел бы напомнить, с кем был организован этот фестиваль юниор-лиги КВН. Давайте поаплодируем этим людям. Все-таки без них бы этот фестиваль не состоялся. Давайте громко поаплодируем. Я назову их. Это клуб веселых находчивых города Уфы. Давайте им поаплодируем. А также управление образования администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. И, конечно же, Уфимскому городскому совету старшеклассников. Давайте тоже поаплодируем. Такое есть. Туда нужно ходить, туда нужно вступать. Ну а теперь снова гости. Команда КВН из Иглинского района. Ваши аплодисменты. Команда Фрэш, поехали! Фестиваль наконец-то настал. Раскачаем сейчас этот зал. Мы команда, один сплошной бред. Эй, девчонки, сыграем в курэш. Эй, команда Фрэш. Здравствуйте! Как известно, на Евровидении берут молодых перспективных артистов. Встречайте, солистка группы «Бурановские бабушки»! Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, как вас встретили на родине после победы? Ой, дай бог вспомнить! Помню, цветы были, Сталин поздравлял. 45-й год, милок, всего-то не упомнишь. Нет, бабуль, я не про ту победу. О, нормально встретили, нормально. Ну, а не сложно вам на английском языке песни-то петь? Да ты что, милок, мы каждое застолье только так и лампадим.
Тик-тик-тик-тик-тик-тик, бабуль. Ладно, милок, я шучу. Команда Fresh, с нами старшее поколение. Поехали! Еще раз здравствуйте! Обыкновенное свидание, но на этот раз опаздывает парень. 2 часа уже тут его жду. Сколько можно? Ну как так можно опаздывать вообще? Милый, милый, что с тобой? Помогите, люди, люди. Девушка, давайте я вам помогу. Стас. Очень приятно. Я тут нахуй прыгнул. Где отсюда? С вами была команда Fresh, всем спасибо! Так, стоп! Девчонки, ну что за танцы-то, а? А что вам не нравится-то, а? Ну что это за пьяный трудовик возвращается домой после полуночи? Ну? А вы вообще плохо танцуете. Ну правильно, женщины-то лучше танцуют. Мы не женщины. Да? А на дискотеке 8 марта что было? За женщин всех, я поднимаю свой бокал за женщин всех. Ну что я говорил, ну, пацаны. Зато вы тормоза. В смысле? Да вы нормально танцуете без ошибок, только вот так. Как будто вы лучше. Макс, не может быть! За женщин всех, я поднимаю свой бокал за женщин всех. Что мы вообще спорим? Давайте у ведущего спросим, кто из нас лучше. Тимур, можно вас? Ну, раз такой махач пошел, девчонки, давайте мочите. Во-во-во, ребят, нужно ответить. Ну а что ответят девочки? Не, ребят, не. Не. Ребят, ну надо что-то же. А вы сами так сможете? Не, ну ребят, если вы так сможете, то я так смогу. Договорились. Ну, ребят, я так не могу, я уже старый. Вы обещали! Ну, я старый человек. Кто для этого стар? А вы так тоже можете, что ли? Еще! Ну, ребят, давайте, может, что-нибудь другое вместе сделаем. Хорошо, вы сами напросились.
Ну что ж, ваши аплодисменты, друзья. Давайте погромче. Эй! Фестиваль в самом разгаре. Ну а мы продолжаем. И на сцене лицей номер 96. Девчонки, вы готовы сделать это? Да! Я не слышу вас! Да! Дамы и господа, в этом сезоне очень актуален танец в стиле робота. И только для вас, только на этом фестивале команда КВН этажом выше! Большой школьный фестиваль команд КВН. Актуальная песня про ЕГЭ. Шла была девочка, золотистые косы. Все было бы хорошо, но не стала она косы. Не знала пароль, не знала ориентир. Теперь она вполне хороший кассир. Другая сдала, вообще другая, да. Но все равно она хороший кассир. Всем школьникам знакомо мероприятие «Алло, мы ищем таланты». В нашей школе оно, к сожалению, тоже проходит. Папа, моли, мой нежный гель, ты даришь запах орхидей. Я в восторге, просто даю удовольствие. Ирина Михайловна, подойдите. В конкурсе должны принимать участие только школьники. А завхоз? Ну, школьники. Да покарают. Да что ты делаешь? Девчонки, вы готовы сделать это снова? Да! Ну что ж, давайте громко аплодируем все-таки лицей 96, единственная женская команда. Продолжаем. На сцене школа номер 115. Ваши аплодисменты. Дорогие зрители, еще раз здравствуйте. И мы начинаем. Первая миниатюра – ограбление в банке. Руки вверх! Это группа! Ай-яй-яй, девчонка, где взяла такие? Сегодня парниша оделся и выше. Ты плохо расслышал, оделся и выше. Сегодня парниша оделся. А следующая миниатюра – работники Уфа водоканала. Дай ключ на 15. Держи. Ну все, работа закончена. Фу. Ну что, может попиться? Пицца? Черепашки-ниндзя. Мешалки, букашки, супер-ниндзя, черепашки, панцирь носим под рубашки, юные таланты. Та-та! Представьте и слушайтесь, люди-семечки. О боже, там голубь! Бежим, 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 бежим! А мы продолжаем. Гаишник, который пересмотрелся Гарри Поттера.
Остановить! 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 А сейчас случай в автосалоне. Всем лежать, это ограбление, давай деньги! Че держишь, давай деньги? Это салон Лады Калины, салон Порше дальше. Да блин! А следующая миниатюра – обычный случай в офисе. Годовой отчет сделал? Сделал. Молодец. А квартальный отчет сделал? Сделал. А, отлично. Ну все, работа закончена. Фу. Ну что, по пицце? Пицца? Черепашки-ниндзя! Мешалки, букашки, супер-ниндзя, черепашки, панцирь носим под рубашки, юные таланты. Та-та! Ой, наконец-то мужа дома нет. Телек посмотрю. Вести, дом 2. Дом 2. КВН! Так, Анитенька, у меня очень важный матч. Давай, давай, пас! Пас, давай, давай, давай! КВН! Давай, 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 давай! Ну! КВН! Давай, 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 пас! 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 Катюк, ты чё? Надоел! Прекратите это, прекратите! Я тут не вмешиваюсь в это! Стой! Ребят, хватит, хватит! Нет, ну ты чё, тебя ж дурак, что ли? Арива! Дорогие друзья, в конце хотелось бы сказать, что мы уверены в своей победе. Ведь мы заказали пиццу. Ну пиццу так пиццу. С вами была гимназия номер 115 выше Плинтуса. Вы нас не забудете. Давайте еще раз поаплодируем 115-й гимназии. Шариками помашите. Эй! Ваши аплодисменты. Дема, 101-я школа. Ну ладно, с этим потом разберемся. Добрый день, дорогие друзья. Вас приветствует команда «Не детское время». По нам понятно, что мы из Демы, а мы начинаем. Извините, ну, девочки, девочки, нас школу снесли. Газпром, мечты сбываются! А сейчас я представлю вам пару членов нашей команды. Реальные пацаны. Это Дима, а это Саша. На уроках их используют в качестве наглядных пособий. На уроке литературы это форма, а это содержание. На уроке математики это телосложение, а это теловычитание. А на физике это биомасса, а это нанотехнология.
Что? Иди сюда. Не, я не хочу. Егор, иди сюда, сказала, быстро. Ну, ты тихо-тихо, успокойся. Смотри, как много народу. А ну смотри, иди сюда. Я вон того мужика знаю, он зимой в проруби купается. Морж? Нет, бомж. Ты не стал киа-элика? Ты не поступил в вуз? Ты не смог устроиться по специальности? Вьетнамский рынок ждет тебя. Ну где же ручки, где же ваши ручки? Давай поднимем ручки и будем танцевать. Ну где же ручки, где же наши ручки? Давай поднимем. Мы смеемся, а все, что движется. А все, что не движется, мы двигаем и тупо ржем. Время, позднее время. Понравились, ребят? Милашки из Демы, да? Это редкость. А мы продолжаем. На сцене школа номер 129. Под ваши аплодисменты. До нас не выступала еще ни одна команда. Мы единственные вышли в финал. Деревня, где воды еще не было, помнишь? Да! А что, больше нигде не знают? Да! Ну, теперь вы знаете! Ну что, команда диско-партизаны, поехали! Поехали! Да куда поехали? Давайте сначала название команды поменяем. Ребята, а давайте будем команды КВН. А психопатишь! Спонсор нашей команды – наилучшее успокоительное средство – глицин форте. Новая формула, старая, нам уже не помогает. В этой миниатюре вы увидите неадекватную реакцию. Ну что, клюет? Тихо, тихо. Вот она, рыба моей мечты, вот она, вот она. Ребята, я здоровенный, здоровенный я. Вот она, рыба моей мечты, вот она, вот она. Ребята, я здоровенный, здоровенный я. А дальше я расскажу вам страшную тайну про поликлинику. Смотрите. Здравствуйте. Здравствуйте, с вас 100 рублей. Ничего себе, уже за здрасте 100 рублей. Ну вот. Не подскажете, где здесь кабинет психиатра? Второй этаж, кабинет 23. С вас 500 рублей. А, 500 рублей. 500 рублей? Сколько? Сколько? Ой, да я же опаздываю на распродажу. А вы не подскажете, сколько время? 1000 рублей. Как кушать хочется. А у вас ни у кого не найдется чего-нибудь перекусить?
Печенька, печенька, печенька с вареньем во рту у меня. Печеньками. Идут пятнышко, идут. А, привет, пятнышко, как вы все похожи. Идут, идут. Стой, кто идет? А это же я иду. Иду. Ушла. Ушла. Пришла. Наши шутки очень сложно понять. У нас очень тонкий юмор. А с кем это я разговариваю? Идут пятнышко, идут, а привет всем! Представьте себе милиционера, которого только что переименовали в полицейского. Ну все, теперь уж полиция, не милиция, как раньше. Надо теперь себя показать перед преступностью. Вот так вот. Стоять, не двигаться! А нет, это наш капитан на день милиции нас пугает. Нужно так, с чувством. Стой, нарушитель! Ну мы же не в театральном, господи. Нужно что-то такое. У нас что, проблемы? Нет, так, оружие не видно, да. У нас что, проблема? Курсант, ты что здесь делаешь? Глажу, бегом позже. На пост! На пост! Совсем скоро прозвенят последние звонки. Итак, представьте, на первую репетицию вальса одиннадцатиклассники пригласили известного хореографа Маркадия Мупупкина! Эй, встречайте! Так, приготовились? Сейчас я буду учить вас искусству танца. А вы смотрите и повторяйте, дорогуша. Так, пестыри, у вас ничего не вышло. Вы просто неталантливые, все тут. Извините, но нам как бы вальс нужен. Какой вальс? Что я умею, то и будете танцевать. Своего выступления команды обычно показывают такую яркую фишку, которую бы потом все запомнили. Как жаль, что у нас нет такой фишки. Тухтагас! Вызби Башкортостанга! А про меня что, забыли, что ли? Давайте еще раз поаплодируем 129-й школе. Ну а пока готовится 5-й лицей. Хотелось бы еще поблагодарить еще одного нашего хорошего друга. Это комитет по молодежной политике города Уфы. Давайте им поаплодируем, они все-таки нам всегда помогают. И это очень хорошо. Друзья, у нас есть группа ВКонтакте, вы можете просто набирать в Яндексе КВН Уфа, заходить в клуб веселых находчивого города Уфы, там есть видео, естественно, фестиваль юниор-лиги тоже там будет, так что заходите, смотрите, читайте и добавляйтесь, друзья, к Диме Каретко. Что? Ты же всех добавляешь. А, читайте Дмитрия Каретко в Твиттере. Давайте поаплодируем, человек себе Твиттер завел. Продолжаем на сцене последнее выступление лицей номер 5.
Вас приветствует команда КВН Вани. Так, стоп! Фу, ужас! Кто вообще придумал это название? Ваниш! Я! Ты вообще его слоган слышал? Ребят, давай тихо! Давай! Раз, два, разобьи шлем! Розовый цвет доверь всему и пятен нет! Я посмотрю на вас, когда вы в этом розовом по черняковке пройдете. Слышь ты, мальчик в девочке! Чё? Чё-то не нравится? Вон там дверь, там окно. Выбирай! Слышь ты, мы с тобой потом разберемся. А сейчас начинаем. Дорогие друзья, как вы знаете, скоро всем нам поступать в разные институты. Итак, давайте посмотрим. Ну что, пацаны, как и хотели с первого класса в аграрный? Да? Не, ребят, я не пойду, я же отличник. У меня ЕГЭ 89 баллов. Да ладно, чё? Ладно, пока, пацаны, мне в нефтяну. В каждом классе есть человек, который сильно отличается от других. Давайте посмотрим. Самый важный человек. А первый, второй, рассчитайся. Первый. Первый. Расчет окончен. А следующая миниатюра посвящается всем тем, кто во время депрессии удаляет страничку ВКонтакте. Так, давайте посмотрим случай в криминальном переулке. Баран! Кто придумал этот бешеный танец? Мы! Ребят, я, конечно, все понимаю. Девчонки-то симпатичные, они могут говорить несмешные шутки. Но вы-то страшные. Карин, ну почему ты нас постоянно обижаешь, унижаешь? Я, конечно, не говорю то, что мне это не нравится. Но Олег вообще баран. Да. И вообще, Карин, ты даже не заметила, что в нашей команде девочка с усами. Это не усы, это брови, они просто сползли. Ну все, ребят! Все, ребят! Так, внимание! 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 Эбен Шаблыз! Спасибо! Всем знакома эта ситуация? Итак, случай на уроке. Соколова, дай списать! Отвали! Соколова, Шмоколова! Соколова! Соколова, прием, я ястреб! Прием, прием! Соколова, Соколова! Не-не-не! Ладно. Ну а для следующей миниатюры нам понадобится человек из зала. Знаете, дорогие друзья, нынешний авторитет наших учителей немножко подорван. И чтобы его поднять, самый лучший способ – это снять трейлер. Давайте посмотрим. Это самый добрый учитель, и на его уроках можно заниматься любимыми делами. Только этот учитель в начале урока ласково кричит. Аумакагасбалавар! Смотрите, во всех школах республики учитель башкирского! Только он заставит тебя показать свою подошву, чтобы она не чертила черные полосы. Это он лучший друг трудовика. Это он учит детей лазить по канатам без мата.
Смотрите, во всех спортзалах нашей страны учитель физической культуры. Это она испортит твою жизнь в школе в первые 9 лет. Это она будет собирать с вас деньги, типа на ремонт. Это она будет очень громко кричать: «Все на генеральную уборку!» Смотрите, во всех кабинетах страны классный руководитель. Если ты в субботу пришел без метелки, то она наградит тебя лопатой. Ты не знаешь, как ее зовут по имени и отчеству. Смотрите, во всех школах страны королева субботников и отработок завхоз. Это они заставят тебя смеяться. Это они пришли сюда, чтобы победить. Команда КВН «Ваниш», сборная ассоциированного лицея номер 5. Ребят, вы в розовом сегодня все такие няшки. Кирилл, я тебе говорила то, что ты меня бесишь, потому что ты совсем не похож на мужчину. Зато ты полностью оправдываешь это название. Все, пошли отсюда, ребята. Сами команду соберем. Мы новую команду соберем. Вон ведущий, как у Карин. Вообще лапочка. Ну, мы с друзьями тут подумали, но вот почему мы с тобой постоянно ссоримся? И мы с друзьями решили. Давайте, давайте. Этот букет тебе. Ой! Мне? Правда, мне? Мне никто никогда не дарил живых цветов. Друзья, а ведь и вправду. Зачем мы ссоримся? Ведь сейчас то самое золотое время, когда можно делать все, что захочется. Качаться на стуле, подкладывать кнопки одноклассникам, дергать соседку за косичку. Но скоро, скоро мы станем совсем взрослыми, оденем строгие костюмы и пойдем в университет. Но в душе мы останемся все теми же. Походкой легкой зала опять не идешь, и за собой друзей своих не ведешь. Зажжется зал жюри, поставим там дверь, и в КВН опять команды будут играть. Команда КВН «Ваниш», команда ассоциированного лицея номер 5. Мы стремимся быть первыми! Ну что ж, давайте сейчас поаплодируем лицею номер 5. Давайте громко поаплодируем, друзья, на этом фестиваль. Юниор-лиги фактически закончен. Это была последняя команда. Я думаю, вначале пару слов от жюри, а потом уже перейдем именно к награждению. И первый, я так смотрю, с микрофоном у нас получается Дмитрий Каретко, председатель клуба «Веселых и находчивых» города Уфы. Давайте ему поаплодируем. Я, в принципе, много-то говорить не буду, на сцене скажу. Я надеюсь, что вам понравилось. Это все, что я хочу сказать. Спасибо. Павел Будаев, ваши аплодисменты. Ну что ж, добрый вечер, Уфа, всем привет. Друзья, давайте сначала, вот у меня три быстрых, больших, но таких теплых благодарностей. Давайте еще раз искупаем в овации все команды, которые сегодня играли. Это классно. Несмотря на то, что им родители дома говорили «учи уроки», в школе говорили «учи уроки», они приходили и играли в КВН. Ну что ж, ребят, еще раз, ваши бурные, шикарные, обалденные, позитивные для вас. Классно, супер просто. Ну что ж, два подарка. Лично наше мнение с Алексеем Кольцовым – лучшая мужская, лучшая женская роль. Это отдельно, независимость от всех членов жюри. Это кружка юниор-лига «Салават» и блокнот, самое главное для КВНщика. Итак, лучшая мужская роль, по мнению юниор-лиги города «Салават», это парень, не знаю, как его зовут, но я выучу, добавлю тебя ВКонтакте, будем переписываться, вот так вот дружить. Парень с Демой, где ты, красавчик? Пойдем, иди сюда, я передам тебе. Тот самый толстый школьник. Если... Друг, поверь мне, мы 2 года на толстом мальчике финал в республике выигрывали. На Паше Будаеве, да. Подойди, обнимитесь, обнимитесь. Вы же все, теперь можно сказать,
Ну, кровные. А, лучший лицей города Салавата ждет тебя. Ну что ж, и женскую роль, без сомнения, последняя команда, команда «Ваниль». Если я не ошибаюсь, девочку зовут Карина. А, Ваниш, да? «Ваниль», вот, переименовал команду, спасибо тебе. Отличная актерская игра, отличная подача, все очень хорошо. Я надеюсь, сейчас Дима скажет «обнимитесь». Да целуйтесь, что обниматься-то, господи. Ну что ж, и последняя благодарность редакторской группе, коллегам по творческому цеху, друзья мои. На одном дыхании смотрелось, вы большие молодцы. Аплодисменты редакторам Лиги. Спасибо. Ну и под ваши бурные аплодисменты легендарный КВНщик играет в КВН уже лет, наверное, 10. Слово Алексею Кольцову, ваши аплодисменты. Сегодня Уфа вновь доказала, что это город молодых и креативных людей. А с чем я вас с этой поздравляю? Сегодня Дема была страшно смешная. А команда Амстердам и Диско Партизаны — это вообще море энергетики. Спасибо огромное вам. Хочется сказать спасибо организаторам, которые закатили это шикарное шоу. И это здорово, что в Уфе есть люди, которым не все равно. Давайте им поаплодируем. Спасибо за игру. Спасибо, Алексей. Ну и слово предоставляется Зульфие Семигулиной. Ваши аплодисменты. Давайте громко поаплодируем, друзья. Спасибо командам. Игра очень понравилась. Было очень позитивно, очень дружно и очень драйвово. Спасибо всем. Спасибо вам, что пришли. Регина Гафарова, директор Высшей Уфимской лиги КВН. Друзья, будете хорошо играть, будете играть в Высшей Уфимской лиге КВН. Мы вот благодарим, мы благодарим команды. А давайте поблагодарим команды, поблагодарят этот теплый зал. А командам отдельное спасибо за то, что вы очень сильно старались, приходили на просмотры репетиций. Огромное вам спасибо. Действительно, это труд. Это ваш труд. И за это вот эти зрители вас благодарят. Спасибо. А для награждения я приглашаю на эту сцену Дмитрия Каретко и Азамата Саитовича. Давайте выйдем на сцену и поздравите ребят, и наградите их дипломами и подарками. Друзья, еще пока идут члены жюри, хотел бы сказать, ребят, с сентября начинается сезон. Если вдруг ваша школа не играла по каким-то причинам, то принимайте участие, играйте в КВН, мы будем всех вас ждать. Ну а теперь, естественно, слово жюри, которое будет награждать ребят. Дорогие друзья, праздник состоялся. Спасибо всем, кто двигает КВН и выводит на новый качественный уровень. Очень много было интересного. И, конечно же, все получилось на самом высоком уровне. Спасибо организаторам. Спасибо, Тимур, тебе. Ты здорово вел сегодня. Давайте. Спасибо нашему объективному жюри, спасибо совету старшеклассников, Анастасии вот с нами сегодня. Спасибо всем командам, спасибо школам, педагогам и родителям. Все было классно. Я думаю, что в следующий раз будет еще лучше. Всем удачи! Я напомню, что это Азамат Саидович Сайфулин, начальник управления образования администрации городского округа города Уфа Республики Башкортостан. Зульфия, ну вы уже сказали, давайте приступим, собственно, наверное, к награждению. Что у нас по списку? Так. Победителем в номинации «Мисс КВН» в городском конкурсе КВН среди команды общеобразовательных учреждений города Уфы признана Гайсина Светлана. Мисс КВН, финала юниор-лиги КВН города Уфы.
Стоп. Позвольте озвучить. Дело в том, что победительница награждается денежным сертификатом на 1000 рублей. Молодец. За это спасибо управлению образования, в том числе и Министерству молодежной политики и спорта Республики. Победителем в номинации «Мистер КВН» стал Варламов Арсен. И спецприз от Министерства молодежной политики и спорта самой юной участнице. Не знаю, как зовут, вот девочка в шляпке. Спасибо большое. Анна Горбачева, председатель нашей сегодняшней счетной комиссии, будет что говорить? Да, грамот сегодня очень много на самом деле. И теперь у нас есть еще номинации. Тоже, которые отмечаются материальными подарками. Итак, награждается команда в номинации «Эстрадная миниатюра». СОЖ номер 121. Команда «Красавчики». Красавчики. Еще один сертификат от Управления образования города Уфы. И совета старшеклассников, конечно же. Следующая номинация – оригинальное сценическое действие в стиле КВН. Награждается команда лицея номер 96 «Этажом выше». Приз зрительских симпатий вручается команде КВН «Амстердам», гимназия номер 86. Номинация «Лучшая искрометная шутка» присуждается команде КВН «Башкирский бишбармак», школа номер 157. Номинация «Приветствие». Ее берет команда КВН «Валенки», СОЖ номер 42. Спасибо. Ну и теперь, дорогие дамы и господа, под ваши опять же аплодисменты, мы приступаем к самому главному. Третье, второе, ну и, соответственно, первое место в финале городского конкурса КВН среди школьных команд. Третье место. Команда КВН «Ваниш», лицей номер 5. Аплодисменты! И денежный сертификат на 8000 рублей. Для тех, кто, дорогие друзья, для тех, кто не расслышал, и денежное поощрение 8000 рублей, что тоже, в принципе, неплохо. Аплодисменты. Второе место. Команда КВН «Недетское время», школа номер 101. Дема. И денежный сертификат на 10 тысяч рублей. Сертификат на 10 тысяч рублей. И первое Тишина. Место. Команда КВН «Диско партизаны», школа 129. Спасибо. Дорогие друзья, спасибо, что играете в КВН, спасибо, что приходите на игры. Все свободны, всем до свидания. Спасибо, что пришли. Ура! Спасибо, пока.